И в продолжении темы дорог. Кто же виноват? Таким вопросом задалась Орская прокуратура после проведенного рейда по дорогам города. В ходе проверки выявились новые факты, ранее остающиеся в тени. Было установлено, что между администрацией города Орска и одной из подрядных организаций был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города в январе 2013 года на сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Проверка показала, на наведение порядка потратили, видимо, меньше состояния улично-дорожной сети на территории многих районов города на момент окончания срока действия муниципального контракта не соответствует требованиям ГОСТа, а также требованиям ведомственных строительных норм. Поэтому постановление прокуратуры подрядную организацию обязали до 15 марта нынешнего года ликвидировать все свои огрехи. А подействует ли на нерадивых коммунальщиков нарекания прокуратуры, оценят простые жители.